Хочу вам показать самый, наверное, маленький колокольчик, который у нас есть, сделанный в Индии, вот такой вот латунный колокольчик. Конечно, на последний и первый звонок его использовать нельзя, но для каких-то целей, может, как игрушку детям можно. Он очень малюсенький, всего лишь 7,5 сантиметра в высоту, вот, сделан из латуни. Вот, конечно, есть какие-то огрехи небольшие в литье, в обработке, но, в общем-то, вещь такая вот сделана в Индии, одним словом. Ну и звук у него такой достаточно мелодичный. Поэтому я думаю, что как игрушку, как какое-то домашнее сигнальное средство, может быть, его можно использовать. Спасибо.